сердце сокрушенно к Тебе припадаем, и стенящий вопием Тебе, исцели болезнью, врачуй страсти, души телес рабов Твоих, при обрушении дома во граде Магнитогорске пострадавших, и прости им, яко благосерд, вся прегрешение, вольная и невольная, и скоро воздвигни от одра болезни, молим Тебя, услыши и помилуй. Еще молимся, упокоение новопредставленных душ усопших рабов Божиих, при обрушении дома во граде Магнитогорске погибших, и во еже проститеся и всякому прегрешению, вольному же и невольному. Когда Господь Бог ущини души, иди же праведни, упокояйся. Милости Божия Царства Небесного и оставление грехов у Христа Бессмертного Царя, у Бога нашего просим. Яко воскресение, живот и покой усопших раб Твоих, при обрушении дома во граде Магнитогорске погибших, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.